медицинский выезд – это возможность на 3 дня оказаться в кругу семьи. Семьи, которая появилась у тебя неожиданно, узнать новых людей, дать возможность другим людям узнать о тебе. Оторваться от рутины, забыть просто обо всех проблемах этой жизни, ну и насладиться общением друг с другом и с Богом. Для меня рождественский выезд – это то место, куда можно приехать и делиться с людьми, своими знакомыми, друзьями, вот этой радостью, потому что в этом году праздник Рождества как-то по-особому отозвался в моем сердце и настолько наполняет, что мне хочется прям вот с кем-то вот поделиться, что-то сделать, какой-то подарок там. А кто не любит подарки? Это, наверное, самая такая прекрасная часть Рождества – дарить друг другу подарки. Например, сегодня я получила подарок от самого пастора Бахмутского Евгения. Christmas retreat means to me is first and foremost about when Jesus was born, when he stepped down from heaven and came into the earth and started the plan to ultimately die for our sins and rise again. So that first and foremost, that's what it's all about. But it's also about just meeting with friends and just having a break from busy life and be able to relax and have fun and enjoy each other's companies and not sleep at all. And just celebrate and remember what Jesus did for us.